Издание Ульяновского драматического театра имени Гончарова готовят к началу нового театрального сезона. В этом году он 235-й по счету. Косметический ремонт уже начался, продлится он почти 2 месяца. Сейчас рабочие обновляют зрительную часть 1-го и 2-го этажей, а также музейную часть театра. Все работы планируют завершить в первых числах сентября. Те зрители, которые придут на открытие театрального сезона, мы пока его запланировали на 5 сентября, увидят театральные фойе в новом облике.